Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом омолаживающей маски, после которой кожа становится как у юной девочки. И эта маска замечательно подтягивает кожу, разглаживает морщины и делает цвет лица более однородным. А еще эта маска укрепляет сосуды и помогает при куперозе. И чтобы сделать эту сильную омолаживающую маску, необходимо взять 1 столовую ложку жирной сметаны, 2 измельченные таблетки аскорутина, 1 чайную ложку масла авокадо и чайную ложку кукурузного крахмала. Перемешайте все компоненты до получения вот такой вот густой, кремообразной, однородной консистенции. И затем нанесите эту маску на все лицо, на шею и на декольте. И если хотите усилить действие этой маски, то закройте ее сверху пищевой пленкой. Держите эту маску на коже 20 минут, после чего смойте ее теплой водой и затем обязательно нанесите увлажняющий крем. И делать такую маску необходимо курсом по 2 раза в неделю в течение месяца. Но уже после первой процедуры будет виден очень хороший результат. И напоминаю вам, что перед первым применением новой для вас маски вы обязательно должны сделать тест на аллергию на сгибе локтя. И этим правилом я вам не советую пренебрегать.